решает то, что практически все те же самые люди. Так, еще на следующий слайд. То, на чем мы, говорили в прошлый раз, это значит, архитектура сети GSL. Всем для вспоминания того, как это выглядит, для тех, кто не был, может быть, новые люди. Вы скажите, насколько знакомы с GSL? Ну так, работали еще. Работали. То есть, в принципе, термины знакомые. Сейчас посмотрим. Сейчас, да. Хорошо, отлично. Значит, быстро пробегусь, потому что что здесь что, о чем вчера говорилось, позавчера. Значит, слева у нас это модем, который обычно называется MS, Mobile Station, либо здесь называется MT, Mobile Terminal Equipment. Он по протоколу U связан с базовой станцией, то есть это протокол, который по, собственно говоря, беспроводной протокол, который по воздуху идет. Дальше базовая станция связана, это BTS, Base Transceiver Station, по-моему, связана уже каким-то образом с BSC, это Base Station Controller. Каждый BSC контролирует несколько базовых станций BTS. Значит, классическая GSM-сеть, она вот в правом верхнем углу. BSC связан с Mobile Switching Center и VLR, это Visitor Location Registry. Соответственно, MSC и VLR отвечают за, по сути говоря, RTS, которые соединяют звонки, и они отвечают за хранение информации о текущем местоположении пользователей, кэширует информацию, которая хранится в HLR для активных пользователей, чтобы не было слишком большой нагрузки на HLR. HLR AUC – это значит Home Location Register, и AUC – это Authentication Unit Center, как-то так расшифровывается. Соответственно, это база данных, в которой хранится информация об абонентах, в частности, значит, в ней хранится соответствие MC с тем номером, к которому мы привыкли. MC – это уникальный идентификатор. И хранится ключи шифрования, которые позволяют аутентифицировать пользователя и обеспечивать шифрование данных, которые используются ключи для, в качестве, как сказать, основы для генерации сессионных ключей для шифрования. Та сеть, которая справа и снизу, это сеть GPRS, она устроена немножко по-другому, и про нее мы здесь не разговариваем, про это потом будет отдельный семинар. Вот, значит, да, связь с внешним миром происходит через MSC VLR, вот, там где PSTN, там, в принципе, может быть, PSTN это, соответственно, телефонная сеть обычная, проводная, но вместо PSTN там же точно может находиться и сеть других операторов. И все вот это опорная сеть, так называемая, которая нет subsystem, в простой речи обычно с опорной сетью, оно работает традиционно по протоколу SS7, который в России называется SS7. Хотя в последнее время все больше и больше переходит на тот же самый протокол, только завернуты уже в IP-пакеты и, соответственно, на основе IP-сетей. Сектран. Да. Вань, давай следующий слайд. Промотай. Значит, немного про SIP. Так как OpenBTS – это система, которая не просто реализует базовую станцию GSM, она с точки зрения сети является… С точки зрения сети она все свои функции выполняет как VoIP оборудование. Соответственно, здесь я сделал сейчас небольшой рассказ про то, как устроен протокол SIP, чтобы было понятно, о чем мы будем дальше говорить. Дальше немножко поговорим уже про конкретно OpenBTS, как в нем все это стыкуется, на каком уровне. Здравствуйте, заходите. Вот одно кресло есть здесь.
Еще кресло там можно взять. Протокол SIP это расшифровывается как Session Initiation Protocol, то есть протокол инициализации сессии. То есть его основное назначение, ради которого он изначально создавался, это установка каких-то соединений, ну, обычно подразумевается соединение, в которых происходит какой-то реал-таймный обмен данными. Это протокол, который разрабатывался IETF. IETF – это организация, которая разрабатывает стандарты интернета. Соответственно, все стандарты базовые, там, начиная с IP, UDP, TCP, HTTP и так далее, они все стандартизованы в IETF в виде называемых RFC. И таким образом этот протокол, он пришел как бы из мира интернет и имеет структуру очень близкую. Начало разработки 96 год, первый стандарт, первый RFC по SIP вышел в 99 году, то есть это уже там через 10-15 лет после, примерно через 10 лет после того, как разрабатывался GSM. Тоже надо понимать, что веяния времени уже немножко другие. И в 2000 году он был принят, соответственно, организацией 3GPP в качестве основы для стандарта IMS для построения сетей третьего поколения. Они взяли, по сути, протокол SIP, они навернули на него еще дополнительных рюшечек возможностей для того, чтобы поддерживать все, что нужно в стандартных сетях, и включили это, назвали это IMS, как он, интернет, мультимедиа система, как-то так, не помню, шифровку точно, и она входит в стандарты 3G, 4G. Соответственно, сейчас, что здесь еще надо сказать? Ладно, если надо будет, скажем, потом. Понятно, давай дальше. Протокол основан, фактически он был, то, что основан, был вдохновлен успехом HTTP, и очень многие вещи перенял из HTTP и SMTP. В частности, вся структура заголовков перешла туда, это такой же текстовый протокол, как HTTP, в нем есть заголовок, в нем есть данные, заголовок текстовый, человекочитаемый. Наименования заголовков, в общем-то, в большинстве своем совпадают с HTTP и SMTP, но там добавлены некоторые заголовки, которые специфичны, специально для SIP. Тоже имеет структуру запрос-ответ, причем коды ответов взяты из HTTP, то есть 200 – это окей, 400 – это ошибка, 500 – тоже ошибка, 300 – перенаправление, 100 – это промежуточные коды, ну и так далее, и так далее. В общем, вся структура взята из HTTP. Ну, некоторым кодам назначены как бы альтернативные прочтения, то есть там, код там, такой-то на самом деле в SIP там, подразумевает там, вот, такое значение. Но сами по себе коды остались теми же самыми. Что здесь важно понимать, то что SIP это протокол исключительно установки соединения, и для, собственно, передачи данных используются другие протоколы. Ваня, нажми там еще пару раз, там, еще пару, более того будет. Соответственно, обычно в классическом SIP для передачи голоса используется протокол RTP, это уже бинарный протокол эффективный. Но это на самом деле не обязательно, и можно использовать фактически любой протокол. Сам SIP передается по каналам UDP или TCP, причем обычно это UDP, соответственно, все абсолютно стандартно. В нем в сам протокол встроены
процедуры перепосылки в случае потери и так далее, так далее. И таким образом он обеспечивает гарантированную доставку необходимых пакетов, несмотря на то, что передается по UDP. TCP используется реже по одной простой причине. У TCP ты не можешь контролировать вот эти вот перепосылки пакетов, и могут возникать большие задержки. Ну почему? Там есть опция такая, no delay, подключение всех рифов. Там как раз для LTM протокола TCP. Я, честно говоря, конкретно снова. Нет, в TCP там смысл такой, что они идут как бы. То есть, когда RTP идет, если пакет пришел позже, нет, проще. Это понятно, вопрос про SIP. Если не про RTP, про SIP. SIP бывает по TCP, там, насколько я понимаю, проблема заключается в том, что в какой-то момент SIP может сказать, что превысили тайм-аут, хрен с ней, закрываем сессию, начинаем новую. В TCP это сложнее контролировать, потому что, ну, в общем, на уровне PSD-шных сокетов это вполне контролируется. Я сейчас там не готов дискутировать на эту тему там, полностью, вот, но, в общем, я знаю, что там были какие-то проблемы, и им проще было самостоятельно реализовать. Звука не слышно? Да. Сейчас. Просто на паузу.